хороший, яркий футбольный праздник. Впервые за историю независимости Украины у нас в Харьковской области кубки финала Лиги чемпионов. У нас хорошие спортивные традиции, у нас талантливая молодежь. В нашем городе один из самых лучших стадионов. Мы вернули футбол в Харьков. Мы сегодня работаем, чтобы харьковская футбольная команда возобновила свою мощь. Харьков любит футбол. Харьков имеет хорошие традиции. В Харькове должно быть спортивное будущее. И оно будет, потому что мы этого достойны. Харьков, я вас приветствую. Я хочу вас всех поздравить с таким знаменательным днем. Буквально на днях было принято решение, что именно Харьков примет матч сборной Украины, Украина-Чехия. И это, я думаю, что одно из самых главных событий этого года для сборной. Харьковчане, как самая главная надежда нашей сборной на поддержку в этом матче. Эта земля действительно очень талантливая. Она дает прекрасных футболистов, прекрасные победы. Мы обязательно ждем, что металлист вернулся в Премьер-лигу и вернулся в Еврокубки. Я думаю, для Харькова это огромное событие, когда главные призы приехали в наш город. Я хотел бы пожелать нашей команде, чтобы этот кубок стоял здесь, как мы, чтобы мы были победителями. А те дети, которые малыши пришли сегодня, и те, что постарше, стремились в нашу команду и делали все для того, чтобы наш футбол харьковский процветал и рос.